Здравствуйте, это наш любимый игрок Клондайк. Итак, давайте порассуждаем наши подарки. Давайте вернемся еще раз к подаркам. Подарки бывают платные, бесплатные, лимитные и безлимитные. Ну вот сегодня четверг, сейчас дарить подарки не стоит, потому что, ну, обновление, да, будет остров. Ну, мало ли, вдруг там скажут, подарите подарки, а я тут уже всем подарила. Видео посвятила я не этому, а вот таким вот случаям. Ну, вот знаете, это некрасиво, убить лимит без разрешения человеку. Для того, чтобы оценить базу, для этого не надо так делать. И таких соседей, знаете что, надо удалять. Вот честно скажу. Когда вы кому-то что-то кидаете, у вас должно быть согласовано. И как-то так вот по договоренности. Если вы разрешили кому-то убить свой лимит, пусть убивает. Если нет, то извините. Вот так, так нельзя, потому что какой бы у вас сосед... Так, Книшева, я что-то не могу ее нигде найти. Я хочу... А вот она, да, Книшева. Она хотела привлечь внимание, но так внимание не привлекается. Так делается вот так. Убрать из соседей и все. И удалить эти подарки, потому что такие подарки нам ни к чему. Все, мы вернули лимит обратно и надеюсь, такого не будет. Хотите в гости? Да, ну киньте что-нибудь, одну штуку, и не надо убивать никому лимит. Тем более, вот такие вот, как говорится, хулиганы с лимитом, не только у меня, это многих игроков, просто без спроса кидают, чего хотят, сколько хотят и как хотят. Просто надо учить, потому что, да, я понимаю, соседи нам в игре нужны, соседи нам в игре важны, но надо иметь какую-то совесть. Я написала ей вчера, зачем она это сделала, она даже не извинилась. Я подождала сутки, мы сняли видео, и мы сказали до свидания. До свидания таким соседям.